Здесь был захват земельного участка 12 метров шириной. На сегодняшний день комитетом по управлению имуществом города Саратова уже на заборе и на территории размещены объявления о том, что собственнику данного забора необходимо обратиться в комитет по имуществу. После этого процедура занимает 2 месяца. В случае, если собственник не обращается и добровольно не демонтирует данный забор, администрации города, комитет по имуществу будут приняты меры по демонтажу данного забора. Будет объявлен аукцион, и данный забор будет демонтирован. В последующем мы планируем здесь устройство как дороги, так и тротуары, чтобы обеспечить безопасный подход к детскому учреждению, к садику «Пчелка». Мы сотрудники детского сада, например, да. У нас тоже дети, мы переходим дорогу. Как нам переходить дорогу? Дорогу светофор. Со стороны. Нам, нам же делают тропинку. Тропинку, а тропинка, как мы конечно, тропинку? Вообще... Я иду 6:30 с ребенком. Ужаснейшая. Там вот тропинка, ребенка я за руку держишь, никак. Я объясняю, что на сегодняшний день данная мера является временной. То есть, как только будет демонтирован данный забор Зеленой долины, вопрос с тротуаром дорогой будет решаться уже отдельно. То есть, основной проход детского сада будет проходить именно здесь, по территории, вот с этой стороны. А вот эта территория закончится, а потом по полю мы пойдем? Как мы так, что ли? Нет, мы будем проектировать и строить тротуар непосредственно до детского учреждения садика «Пчелка». Или хотя бы, может, пошире? Я же объясняю, что меры являются временными. Были даны поручения Михаила Александровича Исаева сделать временный тротуар. Он действительно здесь делается, работы ведутся, и параллельно ведутся работы по демонтажу данного забора и впоследствии устройства, конечно, тротуара. Здесь полноценного тротуара, как должно быть, в соответствии со всеми нормами и так далее.